еще раз руки на меня поднимешь, я тебе говорю. Ты знаешь, что будет, Оля. Потому что вот ты показываешь свою характерность, потому что я прав. Я прав, получается. Тебя задел, что ты не можешь детей делать, поэтому ты не хочешь в больницу. Ты все вину на меня выкладываешь, потому что у тебя там реально ничего не фурычит. И мертвые, блин, сперматозоиды. Мне страшно об этом. А теперь я тебе скажу так, Оля. Поэтому нужно ехать к врачу. А теперь я в открытую тебе говорю. Если я еду в больницу, и у меня все фурычит, как говорится, то мы с тобой расстаемся.